Салам, друзья, меня зовут Саша, и сегодня мы с вами послушаем дуэт Адилета Азимова и Нурчелпон. Песня называется «Эсэн мэнен бегемайдын эры» Жаны 2018. Совсем недавно у меня вышло видео про Нурчелпон, оно вам очень сильно понравилось, и там вы мне прислали просьбу, то что вы хотите, чтобы я послушал вместе с вами дуэт Адилета Азимова и Нурчелпон. Поэтому я не смог вам отказать, и мне самому нравится слушать Нурчелпон, поэтому я хочу послушать ее голос еще раз. К тому же я ни разу не слышал, как она поет вместе с кем-то, в нашем случае в дуэте с кем-то, поэтому я думаю, нам будет очень интересно. Вообще, присылайте очень много классных клипов, которые хотите, чтобы я посмотрел, но простите меня то, что я не могу посмотреть все, потому что вас много, а я один, поэтому я придерживаюсь мнения общества. И у меня появилась идея. Давайте сделаем вот так. Вы сейчас спускаетесь в комментарии. Если там человек написал трек, который вы хотите, чтобы я посмотрел, то вы просто берете и ставите лайк на его комментарий. Если этого трека нет, то пишите в комментариях название трека. И другие люди, в свою очередь, если хотят, чтобы я послушал именно этот трек, то ставят лайк на этот комментарий. Итак, самый залайканный комментарий с названием трека я обязательно послушаю в следующем видео. Вот так. Я думаю, это будет честно, и мы подберем с вами отличный клип. Также, друзья, совсем скоро у меня выйдет видео про мой город. То есть я покажу вам и расскажу про свой город, в котором я живу. Если кто не знает, это Николай. В город в Украине. Поэтому в скором времени это видео выйдет, поэтому ждите. А если вы не хотите его пропустить, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Тогда, как только выйдет это видео, вы получите уведомление и не пропустите его. Да. Друзья, ну а привет у нас сегодня получает Welcome Dance Studio. Вот твой комментарий, спасибо, что ты его написал или написала. Если вы хотите получить привет, то просто пишите любой комментарий вон там внизу, я его лайкну и, может быть, передам привет в следующем видео именно вам, поэтому пишите комментарии и не стесняйтесь. Да. Ладно, друзья, а мы начинаем. Кстати, друзья, кто не видел мои... Ой, уж так, стой, подожди. Друзья, кто не видел мои предыдущие две реакции на песню Нурчелпон, то ссылка на них будет в описании. Можете посмотреть, там просто неимоверный голос. Также там будет ссылка на канал моей бабушки. Она тоже снимает реакции на кыргызские песни, поэтому, думаю, она вам понравится. Она прям в этой комнате снимает. Да. Ладно, погнали смотреть. Это Адилет Азимов у нас начинает. Жалко, субтитров нет. Стоп. Тебе писал. Тебя верхний вот она там, и мы не чудит. Марик, это вот он должен. Надо знать, почему они говорят, конечно. Было бы хорошо. Жалко, перевода нет. Если у вас есть перевод, то напишите, пожалуйста, в комментариях. На русском языке желательно. Будет интересно очень почитать. У меня опять мурашки начинаются. И это очень классно. Ее очень приятный голос. Прям невероятный. Вникнуть смысл и понять, о чем песня идет. Вон юрта там стоит. Народные костюмы. У них невероятный дуэт получается. А, они играют, получается, роль вот этих вот двух людей, да? Вот это прям очень хорошо.
Знаете, друзья, у них вроде бы голоса такие разные, то есть получается, у Нурчелпон он такой спокойный, такой, знаете, легкий. Вот у меня, я просто не знаю, как его выразить, то есть, не знаю, каким словом описать. В общем, он очень мягкий и мелодичный, а у Адилета он прям такой немножко басистый и более жесткий. Но у них получается невероятный дуэт вместе. Я так понимаю, они поют о печальной судьбе вот этих вот людей. Кочевников, наверное, да? Но это очень приятно слушать. Стоп! Снято! Классно. Они все еще стоят вместе. А мне вот интересно, они пара или нет? Наверное, нет, да? Хотя я не знаю. Слушайте, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, пара они или нет. Потому что это очень интересно узнать. На самом деле, как я понял, они полностью посвятили эту песню тяжелой судьбе кочевников. Ну или как назвать вот этих вот людей, которые были... Ну, там, на конях скакали, которые в то время были, когда они пели. Я не знаю, как их правильно назвать, но я думаю, вы меня поняли. То есть, они поют о их печальной судьбе, о любви. Ну да, скорее всего, они о любви этих людей поют и о их печальной судьбе. Да, наверное, так и есть. Слушайте, друзья, ну вы можете мне, пожалуйста, написать по поводу того, как вы думаете, пара они или не пара? Потому что я вообще не знаю ничего про Адилета. Я его, по-моему, впервые услышал. Да, по-моему, я его раньше никогда в жизни не слышал, этого исполнителя. А вот Нурчелпон я уже третий раз слушаю. И они реально похожи на пару. Интересно узнать. Поэтому, если вам не сложно, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Ну а так, на самом деле, дуэт мне действительно понравился. Он очень хорошо сочетается. Мне понравилось, как они пели прям вместе. То есть, когда Адилет пел и Нурчелпон в одно и то же время. У них, знаете, голоса вроде бы такие разные, а они очень сильно подходят друг к другу и дополняют друг друга. И, ну, это невероятно, я вам скажу так. Вот единственный минус, понимать бы мне смысл, конечно, получше. Вот тогда было бы еще лучше, я бы тогда полностью вникся во всю эту ситуацию и сказал бы чего-нибудь умного больше. Но все равно мне понравилось слушать. Вообще, очень люблю слушать песни, которые я не понимаю, потому что тогда ты как бы вникаешь в смысл, тебе интересно, хочется все узнать. А когда ты понимаешь, ты такое слушаешь на расслабоне и такой, ну круто, да. Ну, поэтому я вот и люблю слушать кыргызские песни. Ладно, друзья, огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам это видео понравилось. С вами был я, Саша, и все. Пока. Проведите хорошо этот день, и все. Пока-пока.